вы знали, что здесь нам дали подсказку. Да, здесь есть пасхалочка, ребята, и я ее нашел, и вот... Всем привет! Вы на канале Toy House. Лучшие обзоры, конечно же, для лучших людей. Хочешь вступить в армию лучшли? Просто подписывайся на канал и обязательно жми на колокол, тогда ты не пропустишь мои новые ролики. Ну а бонусом пиши комментарии. Лучшие комментарии попадают у меня в видео не только в начале, но и по ходу всего ролика ты можешь встретить именно свой комментарий. Да, вот именно ты можешь встретить вот именно вот здесь вот свой комментарий. Поэтому пишем, в общем, и ждем. Лучшие из лучших будут здесь. Итак, ребята, акция скрепыши уже закончилась, да? Но она еще продолжается. Еще люди открывают, еще собирают. Но у меня-то уже вся собрана коллекция. Но! Смотрю я на эту коллекцию и доходит до меня такая мысля. Ребяточки, вы знали, что здесь нам дали подсказку. Да, здесь есть пасхалочка, ребята. И я ее нашел, и вот... Вот эти пакетики, мы с вами их сегодня откроем и проверим вообще, работает эта теория или нет. Ну, как бы уже поезд немножечко уходит, да, со скрепышами, но еще в некоторых местах их можно найти. Поэтому, посмотрев это видео, ты можешь еще получить очень редких скрепышей. Итак, ребята, смотрим. В принципе, все они, да, мы всех их знаем. Все они красивые у нас, симпатичные, да, классные. Но если обратить вот на это этого скрепыша внимание, это у нас девчоныш. Мы видим, что у нее необычного. Это правильно. Правильно. Вот этот вот бантик, посмотрите, на что он похож, ребяточки. Этот бантик похож, кто не знает, я вам даже картиночку сейчас ставлю. Этот бантик похож на логотип Магнит Косметика. Вот логотип Магнит Косметика можете увидеть. Вот посмотрите, они все-таки очень-очень похожи. Вы видите, тайная пасхалочка. Потому что в основном редкие скрепыши, по крайней мере мне, попадались где? Правильно, в Магнит Косметики. И недаром там дают двух скрепышей за 800 рублей. То есть тоже какая-то есть, да, связь. И еще... Если в продуктовых магнитах нету скрепышей, то в Магнит Косметики они есть, ребята. Так что бегом бегите туда. Я сходил и получил аж до 4 скрепышей. Представляете? Поэтому мы с вами сегодня их откроем и посмотрим вообще, работает эта теория или нет. Вот еще вам разочек девчоныши. И посмотрите, как сильно там похож вот этот логотип на логотип Магнит Косметики. Ну ладно. Давайте проверять эту теорию будем. Сейчас мы открываем первый пакетик. И здесь у нас какой-то желтый персонажик. Да, вы посмотрите, это реально работает. Это желтый девчоныш. Я приобрел эти пакетики, ну, товары на 1600, да, в Магнит Косметики. Вот. Желтого девчоныша я выбил. Причем у меня уже такой один есть. Погнали дальше. Открываем дальше. Вот эта теория очень интересная, если честно. Нет, это у нас, ребятки, не девчоныш, но тоже довольно, кстати, редкий, по-моему, персонаж. О, вот. Это у нас мерзлыш. У меня он тоже, конечно же, есть, но, видите, как бы... Но тоже редко он попадается, по-моему. Так вот я ложу. Но очень мало уже в Магнит Косметике осталось их очень-очень мало. Поэтому, ребятки, поторопитесь. Кто? Как думаете? Еще одна девчоныш. Ничего себе! Два девчоныша, пожалуйста, видите, как интересненько я выбил. И остался последний у нас пакетик. Как думаете, что здесь будет, а? Как думаете, кто здесь у нас? Папашич? Девчоныш? Артемыш? Красненький.
Но у меня есть уже юбилейный, вот. Вот лежит искра. Нет, это с рожками, по-моему, у нас. И это у нас... А, торвыш. Да, ребята, все-таки теория с этой пасхалочкой, наверное, работает. Потому что обычно, если с обычного продуктового магазина, мне никогда не попадались так много девчонышей. Попадалось там, ну, по-моему, один или два. Но чтобы сразу в распаковке так попалось, такого еще не было. В общем, проверяйте, пока у вас есть время, бегите в Магнит Косметик, приобретайте товары, получайте за них скрепышей. В общем, я думаю, что еще есть шанс выбить настоящего юбилейного. С вас лайкос, с меня видос. Всем короче, до свидос.